Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на канале На Пару. Сегодня предлагаю вам провести один день с нами, тем более нас сегодня ждут великие дела. Мы сделаем то, о чем вы нас очень-очень давно просили. Ну а пока вы не забудьте поставить лайк и подписаться. В Краснодаре, как обычно, хорошая погода, и сегодня с утра пораньше мы решили поехать немножко покупаться, позагорать. Тем более у меня уже сходит загар, у Максим чернее меня, хотя он ничем не мажется для загара, не знаю, в чем эта загадка. Пока мы будем купаться и загорать, мы решили нашу ласточку наконец-то помыть, а то уже люди оставляют надписи на машине, чтобы мы это сделали. Сколько там стоит? 1000 рублей. Это много? Вообще да. Сколько в Москве ты мыл обычно? Не знаю. Что, деньги не считаешь, что ли? А где здесь касса хоть какая-то? Здесь все бесплатно. Мы блогеры, скажем, нам помоют бесплатно. Дадут тебе олейку. Кстати, я давно хотела заехать на мойку самообслуживания, чтобы красиво помыть, как в ролике, знаете, satisfaction, но Максим почему-то отказывается. Причем, чтобы вы понимали, машина все время стоит в гараже, но посмотрите, какой слой пыли, как будто тут специально присыпает сверху. Детская присыпка. Слушай, ну как оказалось, помыть машину всего 500 рублей, мне кажется, это вообще нормально, но если бы это делала я, то было бы бесплатно, как бы Максим не экономит деньги. Кстати, многие спрашивают, что у нас за машина, это Infiniti G7, если я не ошибаюсь. Cabrio. Но в этом году мы на кабриолете катались ровно zero раз. А нет, один, когда ко мне подруга приезжала. Бросили малышку на мойке, оставили ключи, надеюсь, ее не угонят. Но если что, у меня есть вторая малышка. Если честно, я не понимаю уровень доверия людей, чтобы оставить ключи каким-то левым людям без каких-то расписок, ничего. Я бы стояла и смотрела бы за своей машиной. Хорошо, ты оставайся, я пошел к девушкам на пляж. Если была моя машина, я же уточнила, а машина не моя. Мое, поэтому... твое. А, хитрый план, но нет, не сработало. Мы сегодня, правда, приехали позже, ощущаю, там будет куча народу, но ничего, нам это не помешает. Ну, все мы прекрасно знаем, зачем мы здесь собрались. Вы готовы? Ту-ту. А мне можно муж так делать? Нет. Тогда я покажу вам бачок. Окорочок. Ладно, мы на самом деле знаем, зачем все собрались. Но народу, кстати, сегодня не очень много. Даже в воде, кажется, не супер, ну как бы. Хотя, все-таки многовато. Я вчера Максиму забила 3 кальяна, и он мне пообещал, что в бассейне возьмет мне какой-то алкогольный напиток. Работаю за алкоголь чисто. Это брамбл какой-то. Короче, это джин с какими-то ягодами. Ну, такое кисленькое, неплохое. Но вообще пить это плохо. Я стараюсь этого не делать. Харам. Это харам, поэтому вам не рекомендую. Кайф, если честно. Максим, я не поняла, почему у нас еще нет такого фламинго. У всех нормальных девушек есть фотки такого фламинго, а мы себе еще не купили. Почему? Мы не можем себе позволить фламинго? Я как-то дочитала первую книгу и купила себе вторую. Вообще, спасибо большое подписчику, который написал, что, оказывается, их 3 части. Мне очень понравился этот роман. Настоятельно рекомендую. Вообще, открывается другой мир Азии. Вы же знаете, чем заманивают всех в Краснодар? Тем, что до моря ехать там 2 часа всего. Но мы с Максимом здесь живем уже 2 лета и ни разу не ездили на море. Мы один раз ездили на Азовское море, и все, потому что туда обычно невероятные пробки, и хватает вот лежать в бассейне, загар есть, покупаться тоже можно, народу меньше, короче, одни плюсы. Мы накупались даже в этот раз без кальяна, что очень удивительно, и сейчас с предвкушением идем на мойку за машиной, надеюсь, она там осталась до сих пор, она там существует, и вообще мойку не перенесли, но в целом мы недолго валялись, потому что сегодня тяжелый день, сейчас Алина, там надо ей к врачу сходить будет, ну, типа к врачу, а потом у нас долгожданное событие. Это Алина заставила меня, да, чтобы оправдать название ролика. Вы только посмотрите, какая красотка. Если честно, забыла, что она такого красивого черного цвета. Правда, вот здесь уже начинает пленочка отходить. Кажется, пора перекрашивать. И думаю, вы помните, что вообще в оригинале машина белого цвета. И вот даже есть пруф подтверждения. Вот, сбитый угол, который доказывает, что все-таки белого цвета она. Многие спрашивали, где машина, она также стоит в гараже, просто поскольку я не езжу на обычную работу и не флексию этим, да, типа, ну что, машина и машина, ее мало где можно найти, тем более у меня нет инстаграма, но из новостей я ее буду продавать в следующем году, вот, стопудово. Пишите в комментах, что нам с Алиной купить, велосипед, наверное, можем, с таким курсом доллара только велосипед.
Слушайте, пока я иду на массаж, хочу просить вашего совета. Я думаю, вы знаете, что Максиму через месяц исполняется 30 лет, и я вообще не знаю, что ему дарить, потому что одежда его не интересует, всякие аксессуары тоже, в технике я не очень разбираюсь. Вдруг у вас есть прикольные идеи, напишите, пожалуйста, в комментариях, буду вам очень благодарна. Ну что, друзья, этот день настал. Последний раз я был на футбольном поле практически 2 года назад. Потом переезд, вот эти все санкции, Пума уход, конечно, сильно повлияли на мои планы. Но видя все вот это, у меня прям слеза ностальгии. Ну вот зацените. Легендарные мячи здесь, особенно вот этот. Он уже, мне кажется, пожелтел от старости, но он до сих пор в идеальном состоянии. Ну кроме, конечно, этих ссадин. Мне пришлось раскопать всю технику, все эти крепления, GoPro-шечки. Мы сегодня берем вот эту камеру, которая здесь, эту и 2 GoPro. Будем записывать с максимального количества ракурса. Я хочу размяться, потренироваться, посмотреть, как вообще будет идти удары, как я буду себя чувствовать завтра. Это, конечно, самое страшное, но, блин, как я скучал. Я вот прям я готовился к этому дню, скажу вам честно. Теперь, правда, надо это все дерьмо собрать в одну сумку, да. И вот это я с собой так и быть не возьму, хотя очень хочется. Но самое сложное было выбрать бутсы. У меня здесь огромное количество, но я выбрал уже одну пару, увидите на поле. Такой хаос, короче, смотрите, микрофон, это, кстати, класснейшая вещь, я уверен, что другие уже ребята показывали, типа портативного насоса для мячей, камера, GoPro 1, GoPro 2, куча креплений, штатив, и плюс вот это, короче, я готов, погнали! Или тебе туда нельзя. Максим, ну что, ты готов? Настраиваешь перед зеркалом? После тренировки болит. Погнали. Нас через полчаса уже ждут вообще-то. Мне там уже опять сотрудничество предлагают. Я везде в ниндзю пытаюсь. Если честно, меня очень радует, что мы едем на съемки в 9 вечера, а не как обычно в 6 утра, потому что утром здесь снимать невозможно, очень жарко. А во-вторых, утром мозг еще не проснулся, и так как я оператор, мне сложно было какие-то клевые кадры искать, и мне Максим вечно предъявлял претензии, что я их слегка туплю. Было дело? Было дело. Ну, сейчас будет все хорошо. Не точно. Это не точно, да? Ладно. Только посмотрите, какой огромный манеж, он еще так подсвечивается, а здесь вертолетная площадка. Скоро будем прилетать на своем вертолете. Это вот. Не точно. Совсем не точно. Офигеть, какие масштабы. Но я переживаю, что там будет очень жарко. Как компания. Да, тут парниковый эффект будет создаваться из-за пленки. Чувствуешь? Чувствуешь? Мне нравится, что Максим в баскетбольной футболке и в шлепках. Чисто вот, когда с пляжа приехал поиграть в футбол с ребятками. Ну а вот футбольные ворота для меня. Снимаем челлендж «Если на воротах». Только на такие согласна. Ну что, покажи, какие бутсы выбрал. Аф, морозные. Плохо помыло. А теплом плохо отмывалось, когда на щеткой было раньше. Не, подожди, вы посмотрите, как я отмыла мячи. Этот был чистый. Они все были грязню. Вот, Максим, ты не зашел в ванную, чтобы заценить, как я это делала? Максим, она не отмывается. То есть вместо того, чтобы сказать мне спасибо, ты... Все, пока. Ну что, давай сексуально оттягивай гетры. Я боюсь, я не налезу. Давай, давай. Там написано же обычно циферками. 2, это какая? У меня слабая нога, правая. Я бы считала, что правая это 1, а левая это 2 в моем мире. Давай, ты справишься. Зачем вообще гетры в носках бы играл? У тебя же нет соперника. Еще предлагаю без носов. Да, зачем? Не натерла бы совсем ни разу. Слушай, ты уже слегка мокренький. Я же говорила, что здесь будет душно. Я как чувствовала. Когда на улице днем 38, как по-другому? Машина. Ну как, не жмут ли тебя? Нога не усохла или не выросла за это время? Нога не меняется по ходу возраста. Меняется, кстати, после родов. Вдруг я там... Я не рожал еще. А, тогда вопросов нет. Короче, раньше на Пуме мы снимали вот на таких воротах. Ну, плюс-минус, они были чуть выше. А тут профессиональные. Вот, чекайте. Ну, дай сюда, дай. Челлендж. Алина, дотянись до перекладины настоящих ворот. Давай сюда. Давай еще раз, давай. Обидно. Я возотекала свои маленькие. Вот все-таки дотянусь. Mm-hmm.
за пивасом бежит. Слушай, пока мы не начали снимать, расскажи, что по ценам. Вдруг кто-то захочет тоже поиграть. Снять ролик с Эвиньоном бесценно. А это поле 4 или, в зависимости от времени суток, 4-6 тысяч за полтора часа. Половина. Но того стоит? Если фулка, то, ну, в два раза больше. Хорошее поле, стоит и денег? Ну, сейчас заснимем и расскажу. Ну что, вы готовы? Первая пушка от Максима. И это будет легендарка. Смотрите, смотрите. И он готовится к разбегу. Удар! Ты вообще нормальный? Ты почему не вамкали до сих пор? Не в тудроице? Зарплату не потянут. Не заскаутили тебя еще? Зарплату не потянут. Сейчас такое чувство собственного величия, такое вверх, мы мчим вверх. Конструкция выглядит не очень надежной. Ну что, съемки закончены, если честно, я очень мокрая, и вы уже видите, что я разделась, потому что здесь находиться невыносимо. Я вообще не представляю, каково Максиму. Ты как вообще, ты жив? Прям хочется подышать свежим воздухом. И какой-нибудь, вот знаешь, сегодня первый раз, наверное, за месяца три мне хочется пива. Ничего себе, вот это ты ворвался в челленджи. Ну, уже магазины закрыты. Ну, как твои ноги, самое главное? Завтра узнаем. Сейчас пока не чувствую нифига. Ну, вообще, конечно, огромный плюс Краснодара, что нам до стадиона ехать всего 10-15 минут. Мне кажется, 20 по пробкам. Но мы ездим такое время, когда пробок уже нет. Это вообще сказка. И реально намного меньше тратится времени. И уже скоро Максим будет с пивом дома. И с кальяном. Будем честны. Мне надо перестроиться направо. Футболист, ну что, как ты себя чувствуешь в следующий день? Я боялся вставать. Я еще, правда, особо не вставал, но так. У меня, на самом деле, не болит ни поясница, за которую я переживал, не болят ни ноги, болит костяшка безумно сильно. Вот, то бишь, вот это место, прям вообще. Ну, то есть плохо бил, меня учил как правильно, а сам, значит, неправильно ударил? Нет неправильного удара, просто есть разная техника. Ауф, просто какое-то. Но следующие челленджи будут все-таки? Каждую неделю. Ловлю тебя на слове, смотри. Каждую неделю. 5000, если не выходишь на поле. Я лучше 4000 за поле заплачу. Да, правильный подход. Кстати, у Максима тут появилась новая любовь, с которой он не расстается всеми вечерами. Давай, расскажи, что это? Тебе на понятном языке или на профессиональном? На понятном, профессиональном. Это ноутбук, но в формате Nintendo Switch. Грубо говоря, здесь есть полноценный ноут, проводник, то есть можно по папкам лазить. Здесь есть, сейчас покажу. Правильно, Ири. Есть Steam! Угу. То есть, получается, все игры, которые есть на компьютере, ты можешь играть здесь? Дусан, GTA, не знаю, там, New World, Valheim, Forest. Ничего себе. Хорошо, Иви, я с тобой буду играть. Но ты уже пару дней ее юзаешь. Как бы ты рекомендовал бы людям ее или нет? Единственное, в чем огромное преимущество по сравнению с Nintendo, можно, например, грубо говоря, на игры типа Skyrim накатить моды. Ну, то есть здесь полноценный компьютер. Ты можешь здесь, ну, по сути, пиратку даже накатить, торрент скачать. Так, такое ты мне рассказываем, про хорошее, про... Не, рассказываем. Сейчас уже рассказываем, время такое. Честно, я играл в требовательные игры. Конечно, настройку придется понижать немножечко, типа не на 4К, хотя здесь экран как бы не 4К. Ну а если по сравнению с Nintendo, что лучше? Как в руке? Как держится? Nintendo это как велосипед, а это как машина. Короче, это Tesla, а то велосипед. Ну ладно, то Lada это Tesla. Ну и главный вопрос, сколько ты на это потратил, признавайся. Признаюсь, ноль. Мне ее прислал друган, который мне компьютер собирает, и сказал, типа, понравится, со скидкой отдадим. Поиграй там. Хорошо живешь, слушай, а мне не хотят ли сумку прислать, чтобы я попробовала, понравится мне или нет? Сумки нет подсветки РГБ, вряд ли. Причем прислал он мне надолго, сказал, надоест, отсылай обратно. Мне так и не надоело. Хорошо жить блогером. Да. Ну, вам, я надеюсь, понравился данный видосик. Алина меня замотивировала и помогла на поле. Я ей в ответ чем-нибудь тоже помогу. Хотя последние как бы два ролика спродюсировал именно я, поэтому они зашли хорошо. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставайтесь с нами. На пару веселей. А меня зовите продюсер. Эвнен продюсер.